Убийство около Балхаша раскрыто. Помогли установить преступников показания свидетелей. Напомним, 12 января в 25 километрах от поселка Шашубаек Тагайского района полицейские и спасатели нашли сгоревшую машину УАЗ с останками 4 человек. Когда стражи порядка приехали в дом к подозреваемому, чтобы допросить, тот застрелился. А чуть позже сын покончившего с жизнью главы крестьянского хозяйства Сункар Юрия Крылова признался, что 4 работников рыбной компании убил его отец. Во время допроса сын Крылова и рабочий крестьянского хозяйства рассказали, что вечером 9 января они услышали выстрелы. Выскочив на улицу, они обнаружили, что Юрий Крылов застрелил 4 людей, 2 рыбаков, егеря и женщину. По версии прокуратуры, Крылов и его жертвы были знакомы. Между ними сложились неприязненные отношения. Работники фирмы подозревали, что Крылов занимается незаконным ловом рыбы, в связи с чем они неоднократно писали жалобу в прокуратуру и другие инстанции. После убийства работников Балхаш-Балы Крылов велел сыну и рабочему уехать из хозяйства, а сам тем временем положил тела в салон машины УАЗ, на которой они приехали, и вывез на лед озера Балхаш, где сжег транспорт. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый мужчина, который совершил самоубийство, застрелившись из ружья. Прочая информация в интересах следствия не разглашается. По окончании предварительного расследования будет представлена более подробная информация.